Первокурсники Елабужского института КФУ впервые приняли участие в традиционной спартакиаде. Целью наших соревнований это было привлечение студентов к здоровому образу жизни, ну и, соответственно, отбор в сборную команду нашего института для выступления в вышестоящих соревнованиях. Соревнования проходили по нескольким спортивным направлениям. По признанию студентов старших курсов, нынешние первокурсники показали себя очень достойно. Очень приятно видеть подготовленных первокурсников, которые приходят, поступают к нам. Приятно видеть то, что остается хорошая замена нашему будущему поколению. Университет живет такой насыщенной жизнью именно спорта. И нам очень понравилось выступать на этих состязаниях, и мы очень довольны своим результатом. Пожелание успеха в спортивных достижениях участники спартакиады получили из уст одного из самых известных спортсменов – экс-чемпиона мира по боксу, а ныне депутата Госдумы России Николая Валуева, который посетил институт в ходе рабочего визита в Елабугу. По итогам соревнований первое место завоевала команда факультета психологии и педагогики. Адель Мухаммедшина, Екатерина Сайбель, Денис Сипайлов, Универньюз.